Этот лайфхак профессионального телеведущего. Когда у вас 15 минут эфира, а говорить совершенно не о чем, цепляйтесь за слова. Ну, например, вы знаете, вчера я был в кино. Кстати, вы знаете, что такое кино? Кино – это удивительный симбиоз. Кстати, давайте поговорим о симбиозе. В принципе, когда мы соединяем несколько вещей воедино, ну вот вспомните хотя бы картину Микеланджело. Кстати, Микеланджело написал не одну картину, и так можно до бесконечности.